Проходите, ребят, на место. Хотелось бы вам уже снова поблагодарить всех, кто приехал. Самое главное – поблагодарить нашего владыку, потому что, собравшись здесь на 4 дня и потратив на это минимум своих средств и усилий, это благодаря тому, что наш владыка нашел средства для того, чтобы нам здесь практически все оплатить. То есть то, что мы затрачивали, это уже был минимум по сравнению с тем, что стоит проживание и питание. Потому что питались мы плохо или нет? Нет, от пуза. Вот. Видите, и кормили, и поили. И это благодаря тому, что владыка взял на себе эти расходы. Если бы не владыка, ну, само собой бы такса была бы немножко другой. Поэтому, владыка, мы вас благодарим и хотели бы, чтобы вы нам сказали напутственные слова, ну и ответили на вопросы наших ребят. Спасибо.